Дебет-кредит разместил консультацию о налогообложении бесплатно полученного работниками питания. Налоговая сказала, что стоимость такого питания есть объектом налогообложения НДС и военным сбором. И стоимость питания есть, вернее, она облагается единым социальным взносом. Кроме того, как быть с персонификацией, если это питание предоставлено по принципу шведского стола? Налоговая сказала, что соответствующие документы на выдачу такого питания должны содержать идентификационные коды, иначе они оформлены с нарушением требований законодательства. То есть по версии налоговой, предприятие, выдавая такое питание, должно указывать эти данные и должно персонифицировать. Если оно не персонифицировало, то это есть нарушение налогового законодательства. Поэтому поэтому выдача питания по принципу шведского стола обязательно каким-то образом должна распределяться между работниками и налогооблагаться. Если предприятие этого не сделало, оно нарушило нормы законодательства. Вестник официально по налогам разместил консультацию налоговой службы о компенсации расходов по уплате земельного налога от нового собственника недвижимости, включать ли в базе налогообложения НДС. В консультации сказано, что такая компенсация не является объектом налогообложения НДС. Хотя, если посмотреть налоговый кодекс, то под поставкой услуг понимается любая операция, которая не является поставкой товара. То есть, если базироваться только на нормах налогового кодекса, то эту компенсацию нужно облагать налогом. Вестник официально о налогах разместил публикацию Александр Власов «Наша цель – уменьшение людского фактора и диджитализация процессов таможенного оформления». Исполняющий обязанности председателя финансовой службы Александр Власов во время очередной встречи заявил о создании прозрачной границы за счет, в том числе, уменьшения человеческого фактора и диджитализации процессов таможенного оформления и администрирования налогов. Уменьшение человеческого фактора, уменьшение и диджитализации. А как вам перспектива создания прозрачной бухгалтерии за счет уменьшения человеческого фактора и диджитализации процессов бухгалтерского учета?